каком канале? На Поварюшином, да. Сегодня мы будем делать гусеницу. Для гусеницы нам понадобится что? Банан. Банан для Варвары, уже порезанный. Ну, драгоценности потом покажешь свои, когда мы сделаем гусеницу. Хорошо? Итак, берем банан. Уважаемые мамы, папы, бабушки, дедушки, детки, которые сами все это делают. Берем банан. Чистим его. Это твоя тарелка, ты мне будешь делать. А это моя. Просто чистим банан и режем его на одинаковые части. Такого образца. Такие тумбочки. То есть не тонкие. Это палочки. Желательно, чтобы они были одинаковые. Зубочистки. Да. Это зубочистки. Зубочистки. Рассказывай что-нибудь нашим зрителям, пока мама тут старается миллиметры за миллиметром. Не надо трогать ток. Правильно, молодец. Итак, мы порезали наш банан. Только взрослым не надо трогать ток. Только взрослым надо трогать ток. А теперь выстраиваем их, Варя, выстраивай вот таким вот образом. Начинаем вот таким образом так. Где наш хвост? Хвост. Варюха, ты будешь выстраивать свою гусеницу или нет? Строй давай, как я. Дальше уже сама. Оп. Хвост. Так, дальше. Желательно предпоследний и последний мы скрепим, чтобы они не упали. Скрепим зубочисткой. Потому что мы сейчас тут будем делать голову. Конечно, ты ее в хвост. Зубочистку в хвост делаешь ей. Она такую маленькую. И вот так вставляем, смотрите. Видите? Сюда одеваем верхнюю. Бери, сколько тебе надо. Две. Желательно, чтобы она ровненько стала, конечно. Видите, как получается у нас? На белой тарелке, может, не очень видно. Надо было, нам нужно взять другого цвета тарелочку. Ну, ладно. Самая верхняя, это у нас будет голова. Прежде чем ее прицепить, мы сделаем ей глазки и усики. Глазки, как обычно, в принципе, мы всегда делаем из изюма или кто из чего. Посмотрите, вот так вот сбоку, здесь. Сбоку я просто ее немножечко так вот... Сторон получились. Они вообще хорошо клеятся, на самом деле изюм очень хорошо клеится. Смотрите-ка. Опа. Так, вот тут у нас, видите, плохо скрепилось. Очень плохо скрепилось с этой. Голова тяжелая получилась. Умная такая гусеница у нас получилась. С тяжеленной головой. Так, что нам нужно сделать? Усы. Так, я гусеницу свою. Поправлю сейчас. Сейчас мы сделаем им усы. Голова тяжеленная, надо две сделать. Что-то у нас тут сегодня не получается. Ну,
Давай, голову. Ласка. Расступайтесь. На, вот сюда оставляй. Голову делай. На, голова. Так, уважаемые мамочки, если вы хотите... Ну, сама что-нибудь придумай. Если вы хотите сделать вообще очень красивые усики, вообще, конечно, можно использовать укроп. Но так как мы сегодня занимаемся с бананами, так сказать, мы решили сделать усики с Варей из цукатов. У нас есть вот такие длинные цукаты, длинненькие, разноцветные. И мы их просто порежем, тоненькие две палочки сделаем. И сделаем из них обалденные усики. Сейчас. Тебе зеленый усик сделать? Ай. Сделаем обалденные усики. Вот порежем вот на тоненькие. Сделаем вообще тоненькие. На тебе усики делаем. Такая. А у моей... Красотки. Усики будут красные. У твоей зеленые, а у моей какие? Красные. Вот она такая у нас гусеница, но она какая-то... Поставь мне этот пряжик, потом сделай новый такой банан. Ну как, смотри, какая красотка получилась. И чтобы она не была такой сильно скучной, вот лично мне она как немножко скучноватая гусеница. Как будто она у нас веселая. Давай сделаем. Нарезать новые глазки? Я ее, например, бы украсила чуть-чуть. Вот так. Вот так. Это все цукаты. Вот одна цуката. Это маленькая цуката. Вот большие цукаты. Угу. Вам такая была немножко повеселее. Посмотрите, какая она ползет у нас. У Вари там какой-то тоже разброд. Да, Варюша? Да. Ну ничего. Ты что, расстроилась? А что ты расстроилась? Зато Варя сегодня причесалась красиво. Не капризничала. Вот такая вот у нас получилась сегодня. Сейчас я тебе поправлю. Давай попрощаемся. У Варюши там какой-то тот самый. Давай здесь скажем пока-пока. А потом... Пока скажи. Подписывайтесь на наш канал. Что мы сегодня делали? Не знаю. Ну как ты не знаю? Ну конечно, у тебя там в тарелке не знаю что. А у меня, например, вот гусеница прекрасная, прелестная, чудесная. До свидания, девочки, мальчики.